Я готова. Что именно ты почувствовала, когда узнала о падении корабля? Я отключилась. Меня вытащили. А потом, когда ты узнала, что погибла твоя подруга? А о чем обычно думают люди, когда у них умирает кто-то из близких? Но это же не помешало тебе вступить в контакт с пришельцем. Вы ничего о нем не знаете. Юль, и последний вопрос. Ты уверена, что все это случилось с тобой на самом деле? Я обязана отвечать.